36-летняя модель и телеведущая вышла в свет вместе с Игорем Булатовым и сыном Марком Леонелем. Виктория Лопырева поделилась фото и видео с вечеринки. Звездное семейство посетило праздник управляющей ресторанной сетью Светланы Ермоловой. Бизнесвумен отметила пятилетие дочери Сандры. Вечеринка прошла в рождественской тематике с участием Санта-Клауса. Виктория обнародовала милое семейное фото. Игорь Булатов и Марк Леонель предстали в одежде в сине-голубых тонах. Виктория выбрала короткое красное платье. Лицо первенца она скрыла. Счастливого Рождества вам от на троих. Инаугурация Сандры. «Спасибо за невероятный волшебный вечер, наша дорогая Светлана», — написала Виктория. Посол чемпионата мира по футболу 2018 поделилась видео, на которых вместе с сыном на руках танцевала под зажигательную музыку. Она показала кадры с другими звездными гостями, Павлом Астаховым, Аликой Смеховой и Дмитрием Дебровым. «Сама Алика Смехова развлекает Марка Леонеля», — заявила Виктория. Известная блондинка отметила, что праздник очень понравился ее маленькому сыну. Поклонники Виктории также пожелали ей счастливого Рождества. «Красивые и по-новогоднему счастливые, такая вы красивая и чарующая, от вас такое тепло. Нравитесь мне, безусловно. Всем счастья и любви. Малышу расти на радость родителям, чувствуется любовь и счастье в этой паре, классная, очень уютная семейная фотография», — написали фолловеры звезды. Лопырева стала героиней нового выпуска программы «Кто хочет стать миллионером?». Компанию модели составил юморист Михаил Грушовский. Виктория позировала на Мальдивах в образе девушки Бонда. Звезда высказалась об отношениях с Игорем Булатовым.